Депутаты Государственной Думы предлагают запретить банкротить ТСЖ. К такому решению законодателей подтолкнуло более 100 судебных решений о взыскании задолженности с этих организаций путем продажи общего имущества дома. Пошли случаи банкротства ТСЖ и ЖСК, и в конкурсную массу включали общее имущество дома, что незаконно. То есть взыскание обращалось на имущество, принадлежащее собственникам дома. Существует уже более 100 судебных решений о банкротстве жилищных объединений. Самый тяжелый вопрос – что делать по уже вынесенным решениям судов? Возможно, после принятия законопроекта в ситуацию мог бы вмешаться Конституционный суд. Там, где обращено имущество, нужны консультации. Надо этот процесс останавливать. Но это будет непростая работа, отметила Хованская.